Приближается важный и ответственный день для всех школьников и учителей – 1 сентября. К предстоящему Дню знаний каждая школа готовится по-своему. Так, например, школа номер 27 в селе Трубино обрадует своих учеников отремонтированными классами. В ходе встречи с педагогами и родителями депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» Александр Толмачев осмотрел здание школы, в частности, обновленные помещения. Помимо прочего, в школе была устранена проблема протекающей ранее крыши. В свое время родители написали в социальных сетях о том, что крыша текла. И на следующий день мы сюда приехали вместе с главой городского округа, целой комиссией, посмотрели, в чем необходима помощь. Как видим, часть кровли отремонтирована, вторая часть работы ведутся, поэтому к 1 сентября эти работы будут выполнены. Понятно, что какие-то классы пострадали из-за того, что были подтопления. Эти классы тоже приведены уже в порядок. Мы вместе с главой обещали подарить школе кабинет химии, потому что он пострадал больше всех. И мы сегодня видели, что контрастно выделяется, потому что действительно это прям как заходишь в него и понимаешь, что это новая школа. Также депутат Александр Толмачев совместно с молодогвардейцами вручили руководству школы необходимый садовый инвентарь. Попросили, чтобы мы помогли в приобретении как раз и газонокосилки, и триммера, и кустореза. И, собственно говоря, эти тоже обещания выполнены и просьбы. И теперь содержать территорию школы будет гораздо легче. В преддверии приближающегося Дня знаний парламентарий вручил нескольким ученикам портфели и необходимые канцелярские принадлежности в рамках акции «Собери ребенка в школу». Ребята были рады подаркам и сказали, что будут стараться учиться на одни пятерки. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.